Московском художественном институте имени Сурикова в рамках конкурса детского рисунка «Московский вернисаж» состоялся очный просмотр творческих работ юных художников столицы. Судить детские работы – непростая задача. Одинаково важны композиция и оригинальность замысла, художественная выразительность, мастерство исполнения и раскрытие темы. Я всегда смотрю на какие-то художественные достоинства, то есть на какое-то композиционное решение, необычное цветовое решение, формат. То есть, по сути, те же самые профессиональные как бы, качества, которые мы отсматриваем в институте. Во многих из них уже виден вот этот особый их дар и талант. Это чувствуется вот уже во многих работах. Конечно, меня всегда подкупает, если видно в работе, что вот этот маленький художник, что он смелый, что он не боится, что он, в общем, свободно и пластично обращается уже с материалом, с красками, там, с карандашом, да, что он это делает, вот опять же, искренне и свободно. Что такое живопись, рисунок, графика? О значимости конкурса говорят представители высокого жюри, профессора Московского художественного института имени Сурикова. Такие конкурсы, они стимулируют ребятишек к тому, чтобы они больше смотрели, чтобы начинали интересоваться и развиваться в понимании эстетического значения искусства. Законы композиции, законы, которые присутствуют в творчестве, это ритм, цвет, тон. Вот. Эти конкурсы подталкивают к тому, чтобы вот ребенок развивался в этом направлении. Детский рисунок – это вообще сплошное очарование. И вот самая большая заслуга зрелого художника, если он сумеет вернуться обратно, вот проделать этот путь и вернуться к восприятию детскому. Вот тогда получаются замечательные работы. У конкурса «Московский вернисаж» уже есть своя самая настоящая история. Он проводится в столице в 8-й раз. В этом году участие в конкурсе приняло более 16 тысяч школьников, что на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Это значит, мы развиваемся, конкурс популярен, и это отличная возможность для московских школьников проявить свой талант.